Здравствуйте, доктор Ю. Мне переместиться? Здравствуйте. Доктор Ю. Удивительно, да? В этих золотых нитях есть нечто ангельское. Словно застывший свет. Тифоны вьют их из воздуха. Но зачем? Теорий у нас много, а ответов нет. Пока нет. Жаль, что тебя нет рядом, Морган. Вместе мы бы все выяснили. Как в старые добрые времена.
Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Исследование завершено. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Доктор Ю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Выполняю проверку. При симуляции никого. Не считая Игве, но он там на всю ночь. Видел фотки его дочери Майи? Это не дочь, а жена. Ты шутишь? Нет, она умерла, когда Игве был моложе. Это есть в его деле. О боже, ты видел его дело? Да, во время проверки. Искал психов, которых так боится начальство. Он вроде как пришел домой, а она мертвая на полу. Аневризма. Всю жизнь изучаешь мозг, а он тебя подводит. Люди постоянно стыдят всех за... О боже! Ты уже это говорил, но вряд ли он тебя слышит. Он не заглядывает на этот пост, будь уверен. Здравствуйте, доктор Ю.
Этого я и боялась. Перед тем, как их убили, ученые проводили какой-то эксперимент. Во время эксперимента доступ к Сагите закрыт из соображений безопасности. Вы должны закончить то, что они начали. В 60-е и 70-е ученые пытались установить контакт с тифонами. Оказалось, что это невозможно. Их мозговые структуры хорошо развиты, но почему-то не допускают коммуникации. У них нет речи, нет языка. Кажется, они нас даже не видят. То есть так, как видим себя мы сами. Говоря «мы», я обобщаю. Я ведь не человек. Я не такая, как вы. Проводится обследование. До окончания процедуры объявляется карантин. Изучаю. Ваш костюм цел. Исследование завершено. Смотровой зал небезопасен. Внимание! Смотровой зал небезопасен. Внимание! Смотровой зал небезопасен. Стоп. Передвигаюсь. Внимание! Смотровой зал небезопасен. Люди склонны наделять человеческими чертами все, чего не понимают. Тифоны убивают нас без колебаний, но не потому, что они злые. Они просто не могут иначе. Знаешь, что мы узнали? У них нет зеркальных нейронов. У них столько чудесных способностей, но они, в отличие от нас, не могут сострадать другим существам. Дайте дорогу. Тифоны не в первый раз вырвались на свободу. Это уже случалось. Вскоре после первых ваших тестов вы требовали остановить проект, эвакуировать всех. Но Алекс убедил вас, что контролирует ситуацию. Именно тогда вы стали действовать втайне. Спрятали схему своего ключа, видеоролики, создали протокол «Январь». Ваше беспокойство не было напрасным.
Пушка. Многие тревоги. Многие удержания. Ошибка. Обратитесь к инженеру. Осторожно. Последние линии обороны Транстар. Хлипкие, но их легко изготовить. Лучшее, что в них есть, встроенный стихоскоп. Людей от чужих. У вас проблем быть не должно. Вы же человек. Спасибо. Морган, вы куда? Вы не откроете спасательную капсулу Алекса без... Секунду, кто вы? Назовите... Морган, это Январь. Этот оператор — старая дефектная модель. Или что похуже. Алекс и Тифоны — все они против вас. Верьте себе. Верьте записи, которую сделали. Нужно найти ключ актив... И пока не поздно, уничтожить Талос-1. Пониженная гравитация. Туннели пронизывают станцию. В них находятся системы подачи электричества, воды, воздуха. Операторы также доставляют по ним припасы из... отсека в Дендрарий. Персонала здесь немного,
поэтому тифонов также должно быть мало. Но рассчитывать на это не стоит. Исследование завершено. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Исследование завершено.
Морган, спокойно. Импульс сильно ударил по костюму. Его источник — подстанция, которая находится дальше. Талос окружает магнитосфера, которая не дает Солнцу вас поджарить. Надеюсь, генератор еще цел. Ради вашего блага. Я-то буду в порядке. Гравитация. Андерс пошел в магнитный отсек, чтобы испытать одну из дефектных катушек. Не знаю, что именно там случилось, но был скачок напряжения. Его поджарило прямо в костюме. Боже, мне жаль, Лорел. Ты можешь подняться в дендрарий? Нет, пропуск был у Андерса. Так, ясно. Слушай, стой там. Не входи в то помещение. Я найду шефа Элазар, и мы пришлем к тебе охранников. Внимание! Приближается плазменный фронт. Нормальная гравитация. Найдите укрытие. Удар плазменного фронта через 5. 4, 3, 2, 1. Определение ремонта или назначено. Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Сканирование завершено. Жизненный цикл тифонов, похоже, направлен на создание этой субстанции. Первые исследователи назвали ее кораллом. Красивый, но мы не знаем, для чего он предназначен.
Он до сих пор не выходил за пределы камеры содержания. Безопасности требует, чтобы... Не смешно, придурок. Знаешь, что еще не смешно? Присваивать мою работу. А, вот оно что. Джош, это я руковожу проектом Black Box. Такие дела. Ты бы понял, если бы умел работать. Кстати, мне пришлось исправить часть твоих расчетов, так что... Серьезно? Ты это записываешь? Это что, тайная операция, Джош? Хочешь сдать меня прокурору? Ты ничтожество. Разговор окончен. Джош, что ты делаешь? Сейчас проверим, насколько хороши мои расчеты. Богом клянусь, если ты его не отпустишь, я вырву его из своих потных лап и... Джош! Алекс, я все понял, но поздно. Грейвс? Вы еще в производственном отделе? Молекулы медиаторов, странные нейротрансмиттеры. Мы их не синтезировали. И они не с Земли. Грейвс, только не рубите с плеча. Вы меня знаете. У меня всегда есть запасной план. Мы запихивали это себе в голову. Это все от них. Но вы никогда... Я пришлю вам того, кто вам поможет. Нужно это вытащить. О боже, но нейромоды. Их все еще можно производить. Грейвс, не трогайте лицензии на нейромоды. Слышите меня? Слышите меня? Сара? Да, я вас слышу. Роберт? Элис, слава богу, больше никто не... Где вы? Прячусь. В конференц-зале. Я не могу... Господи, вы все еще в лаборатории? Не могу выбраться. Тут... Где черти носят охрану? Я не знаю, что происходит. Роберт, вам нужно выбираться. Идите к лифтам. Говорят, мы эвакуируемся. Роберт? Погодите. Кто-то идет. Вы выбрались. Отлично. Вход в хранилище данных рядом с Дендрарием. Здесь также кабинет вашего брата. Юпитер в своем райском дворце. Так вы раньше про него говорили. Это значит, что вы... Кто? Юнона? Нет. Неприятная мысль. Роберт? Элис, слава богу. Больше никто не... Где вы? Прячусь. В конференц-зале. Я не могу... Господи, вы все еще в лаборатории? Морган, вы в порядке? Этот тифон не упомянут в научных отчетах. Не подходите к нему. На работу оповестите непосредственного начальника. Пока вы там, выясните, почему застрял лифт. Ездить на нем гораздо быстрее и безопаснее, чем летать через Сагиту.
Сканирование завершено. Нужно больше образцов. Добрый день, Талос. Сейчас полдень. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык.
Морган, это тифон неизвестного вида. Судя по всему, проблемы с лифтом возникли из-за него. Фантом, которого вы освободили в лаборатории психотроники, обладал схожими свойствами, но этот мощнее. Просканируйте его, чтобы узнать больше. Отлично. Лифт снова работает. Этот тифон захватил контроль над устройством и программным обеспечением, вплоть до низкоуровневого. Перепрограммировал его на лету. Это впечатляет и пугает. Я могу исправить программу. Все будет в порядке. Лифт позволит быстро перемещаться между тремя основными палубами Талоса-1. Он останавливается в холле и в отсеке жизнеобеспечения. Дайте дорогу. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык.